Всего пару дней осталось для того, чтобы законопослушным гражданам оплатить транспортный налог. День X, 3 декабря. В Управда.ру прошла пресс-конференция, посвященная этой теме. Никаких изменений, касаемых отмены транспортного налога и замены, например, на экологический сбор, пока у нас не приняты. А об этом постоянно говорят, каждый год такие слухи, да, распространяются, но пока этого нету. То есть пока все владельцы транспортных средств, на которых зарегистрированы автомобили, обязаны уплачивать транспортный налог, ну, за исключением случая, если у них есть право на льготу. На территории Ульяновской области повысили ставки в отношении мощных транспортных средств. Если оборот у двигателя свыше 200 лошадиных сил, то нужно заплатить 45 рублей за одну лошадку. По бюджетным автомобилям, чья мощность до 100 лошадиных сил, ставки остались прежними – 12 рублей. 30 рублей заплатят за лошадку владельцы машин, чья мощность мотора от 100 до 150 лошадиных сил. Есть и льготные категории граждан. Получить более подробную информацию можно на сайте налоговой инспекции в разделе «Электронные сервисы». Все остальные граждане оплачивают данный налог на основании налоговых уведомлений, которые присылаются налоговым органам по истечению налогового периода. Кстати, по этим бумажкам и возникает много вопросов. Кому-то они приходят вовремя, другим позже, поэтому людям приходится оплачивать пени, которые списать нельзя. С этой целью ФНС разместила на нашем сайте налог.ру промо-страницу, которая называется «Налоговое уведомление 2018». Данная страница как раз нацелена на то, чтобы помочь правильно прочитать тот документ, который пришел на налогоплательщику на уплату налогов. То есть можно найти информацию по содержанию этого уведомления, на основании чего произошел расчет того или иного налога. Чтобы произвести процедуру оплаты, не обязательно лично отправляться в Федеральную налоговую службу с квитанцией. Достаточно просто зайти на сайт налогового органа или через госуслуги, зарегистрироваться в личном кабинете и уже отслеживать всю информацию там. В любом случае, как показывает практика, ульяновские автовладельцы знают про транспортный налог и оплачивают его вовремя. Знаю. Оплачиваете? Ну, периодически. Знаете, что до 3 декабря можно его оплатить без пени? Нет, не знаю. Будете теперь постараться быстрее оплачивать? Ну, наверное, да. Как вы относитесь к транспортному налогу? Как и все. Что я знаю. Вы оплачиваете его? Оплачиваю. А вы знаете, что без пени можно оплатить до 3 декабря? Я уже оплатил. Оплатили? Ну, а как относитесь к транспортному налогу? Мы рады видеть вас. Нормально. Оплачиваю, конечно, тоже. А вы знаете, что до 3 декабря его надо оплачивать? Знаю. Для безналичной оплаты. А последний год сколько оплачивали по машине? Ну, в районе 5000 за эту машину, у меня еще другая есть машина. Хотя существуют и те, кто уклоняется от уплаты такого вида налога. В Ульяновской области сегодня числится 3000 должников с общей суммой долгов 83 миллиона рублей. Нужно помнить, что за просрочку платежа капают пени, а дальше суд и приставы. Сумму задолженности можно узнать, это, во-первых, на сайте службы судебных приставов исполнителя, а также информация приходит по госуслугам, то есть то же самое там есть. И если можно установить, то есть как бы желаемо рекомендуем, заложение ФССП. Налог на авто целиком и полностью поступает в региональные бюджеты. Из этих денег берутся средства, в том числе и для того, чтобы ремонтировать дороги, по которым мы с вами ездим каждый день. Заплати налог вовремя и езди спокойно. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.